В Саратовской области 500 детей ждут очереди в детские сады. Профильные чиновники образования отрапортовали, что меньше чем за полгода очередность в дошкольные учреждения региона сократилась в 8 раз. На начало года 5500 детей не были устроены в детские сады, а сегодня эта цифра снизилась до 500 человек. Этого смогли добиться, вводя в эксплуатацию новые объекты и реконструируя старые учреждения. Так, в первые дни сентября откроется 145 дополнительных мест в детских садах, а в ближайшие недели в рамках проекта модернизации образования в 8 районах области создадут дополнительно еще 1800 мест. Проблема остается лишь в том, что в распределении мест в детских садах идет неравномерно по районам. Например, где-то на 100 мест есть 90 детей, а в других населенных пунктах на те же 100 мест рассчитывают 110 человек. Этот вопрос предстоит решить в ближайшее время, поскольку, согласно решению федерального правительства в России к 2016 году, должны быть полностью ликвидированы очереди в дошкольные учреждения.